и веселья, и света, и тепла, и чистоты, и достатка, и богатства, и простого человеческого счастья. Нам прислали свои поздравления Евроазиатский еврейский конгресс, главный раввин России Адольф Соломонович Шаневич, Федеральная еврейская национально-культурная автономия, Российский еврейский конгресс. Свое поздравление направила администрация Екатеринбурга. И я сейчас вот только это поздравление зачитаю. Президенту Еврейской национально-культурной автономии Свердловской области Михаилу Ошкову. Председателю Свердловского общества еврейской культуры «Атиква» Михаилу Беринзавту. Председателю Екатеринбургской иудейской общины «Иудим» Евдокия Муковозова. Дорогие друзья, примите искренние и сердечные поздравления по случаю традиционного праздника Пурим. Пурим – самый веселый из еврейских праздников. Его история чудесна и поучительна. Уже много веков она подтверждает, что, объединившись, люди могут победить силы зла, а добро восторжествует. В традициях праздника заложено много интересного и важного для каждой еврейской семьи. Такие жизнеутверждающие праздники укрепляют мир и взаимопонимание в обществе, делают нас счастливыми. Пусть же замечательные дни Пурима принесут радость и весеннее настроение. Желаем всем крепкого здоровья, мира и семейного благополучия. Заместитель главы Екатеринбурга Евгений Липович. Председатель Свердловского общества еврейской культуры «Атиква» Михаила Беринзавта. И президента Еврейской национально-культурной автономии Свердловской области, доктора физико-математических наук Михаила Мошкова. Не только это событие, но и знаменательно оно еще тем, что мы в 20-й раз проводим это мероприятие. У нас вот такая круглая дата. Я всех вас поздравляю с этим. Праздник этот, как уже сказано, был посвящен веселью, радости. Отдельно хочется отметить роль нашей еврейской женщины в этом событии, поскольку именно Эстер смогла предотвратить истребление еврейского народа в те далекие времена. Ну, а нас им хочу пожелать, чтобы нас объединяло не только такие трагические события и опасность истребления, но и такие веселые, знаменательные события, как праздники и наши хорошие даты. Еще раз вас с праздником, здоровья и счастья. Дорогие друзья, конечно, 20-й Пурим – это здорово, так как и отмечание уже 19-го дня рождения Свердловского общества еврейской культуры. Следующий год для него будет уже юбилейный. 20 лет. Представьте себе, 20 лет, почти что 20 лет, мы свободно с вами можем проводить наши национальные праздники, отмечать все, что мы хотим, соблюдать наши еврейские традиции. И это, наверное, здорово. Я, конечно, не могу не отметить, что этот праздник, который связан с историей, произошедшей 2500 лет назад в Персии, сегодня имеет как бы свое новое воплощение. Мы знаем, что сейчас именно из той самой территории, из нынешнего Ирана, раздаются постоянные угрозы в адрес Израиля. Президент иранский, как древний Аман, мечтает стереть евреев с лица земли, уничтожить государство Израиль. Мы знаем, что поддерживаемые Ираном террористы из Хамаса и Хизбаллы постоянно пытаются убивать наших людей, наших братьев и сестер, которые живут в Израиле. Недавно был кошмар в одной из ешив, где террорист уничтожил 8 студентов. Ну и постоянные обстрелы с Дерота. Мы все знаем, что
Как бы ни были веселы наши праздники, мы всегда вынуждены думать и о наших трагических и печальных событиях. Но давайте будем надеяться, что участь всех романов, как древних, так и современных, будет вполне одинакова, что Израиль будет жить, что праздник Пурим будет отмечаться столько, сколько нужно, и мы с вами будем радоваться и веселиться, и не позволим никаким злым силам разрушить нашу страну Израиль, разрушить наше единство еврейское, наш народ. И, конечно же, в этом году 60-летие государства Израиля, я думаю, мы все вместе с вами отметим. Еще раз с праздником, Ам Исраэль Хай, и пусть Пурим всегда придает нам радость и веселье. Добрый праздничный вечер вам всем. Я с громадным удовольствием ждал этой встречи. И я буду считать свою задачу выполненной, если хоть немножко мне удастся донести теплоту моей Родины до вас. Если мне удастся хотя бы немного на время поднять ваше настроение. И я надеюсь, что вот это время, что мы с вами проведем, будет свидетельствовать о нашей дружбе, неразрывной дружбе между нашим народом и вашим, живущим здесь, независимо от национальности, будь то евреи, русские, татары или армяне, которые проживают у вас здесь. Поскольку я у вас первый раз, ну, в таких случаях говорят, что будем надеяться, что не последний, я на это и надеюсь. Я, конечно же, должен сказать пару слов о себе. Родом я из Минска, из нашей братской Белоруссии. Репатриировался в Израиль 16 лет назад, в самом начале 92 года. По основной кормящей профессии я, как и полагается поэту, инженер-строитель. Кстати, у нас в Израиле, когда кого не спросишь, они не говорят, что я там инженер, строитель или там экономист. Я старший инженер, я главный инженер, я заместитель там того-то, я начальник. А у нас нет простых инженеров. Вот так и я. Понимаете, я главный инженер. Я работал главным инженером проекта в проектном институте. Фамилия моя настолько замечательна, Григорий Шубинцов, что мне посоветовали на моей бывшей родине в Минске придумать псевдоним. Я прихожу и говорю: Григорий Гаш, вас устроит? Я говорю: Григорий Гаш, это замечательно, а что это такое? Я говорю: Григорий Гаш, это Григорий Аронович Шубинцов. И вот под таким именем я, значит, выступал и печатался в периодической печати в Минске. В других городах. Книгу мою, которую я написал в Минске, издать так мне не удалось. Она ходила по разным издательствам, но по одной причине отказывалась. Когда я приехал в Израиль, то, как я написал в своей шуточной автобиографии, вот в одной из книг «Здесь, во мне, тут» есть такая у меня книга, которая говорит о жизни и здесь, и там, сравнение. Так вот, когда я приехал в Израиль, я потерял отечество и отчество одновременно. Но зато приобрел имя и фамилию. И вот под этим именем и фамилией я сейчас выступаю перед вами. И на сегодняшний день я уже выпустил 10 книг в разных странах. И сейчас 11-я книга выходит в крупном издательстве в Москве. И в августе месяце мне обещали, эта книга уже выйдет на мировой рынок и к вам в зиму попадет. За это же время я с гастролями объездил все места, где кучкуются евреи. То есть я выступал и в Америке, и в Германии, и в Германии, не стесняйтесь, и
вставайте, передавайте записки, приходите сюда на сцену, берите меня за пуговицы, Бога рад. В любой форме я буду рад любым вопросам. И еще одно, чтобы потом не отвлекаться на это, я прошу вас обратить внимание на два слова. Здесь и тут. И там. Значит, поймите одну вещь. Книги написаны в Израиле. Поэтому все то, что говорится здесь, это имеется в виду Израиль. Все то, что говорится там, это имеется в виду Россия. Вот. Так что просто вы не путались, и чтобы мне каждый раз не отвлекаться. Слово «здесь» — это Израиль. Ну, в общем, такое короткое преамбула. Пишу я тоже коротко, в этом вы сейчас убедитесь. Ну, поскольку вы все люди культурные, вы, наверное, слышали изречение Станиславского, что не нужно любить себя в искусстве, а нужно любить искусство в себе. Я несколько переделал этот афоризм и написал так. Я сделал поворот в своей судьбе, и здесь сомнения растаяли. Любил Израиль, прежде я в себе, теперь люблю себя в Израиле. Нет от нас спасения. Нет ныне уголка на свете, куда бы ни проник еврейство дух. Как вирус бродит в интернете, как СПИД шагает по планете, на пустыре растет лопух, и единица меньше двух, и топчет курицу петух, из тополей слетает пух, и не избавится от мух, так вечно жив еврейский дух. Я мечтал написать поэму «Из жизни Алим». Ну, что такое Алим, вы, наверное, знаете, это приехавший в Израиль отсюда. И однажды я сел за стол, взял ручку, перо, ручку и написал две строчки начала поэмы «Из жизни Алим». Прочитал и понял, что лучше написать не могу. На этом закончил. Вот вам начало поэмы «Из жизни Алим». Летит в самолете навстречу судьбой скормленный свининой Алим молодой. Ну, если я уже заговорил о том, что как мы приезжали в Израиль, я позволю себе хотя бы в нескольких чертах рассказать, как мы начинали там жизнь. Я приехал в самый разгар Алии в начале 90-х годов, и было, конечно, очень трудно, и с работой, и с квартирами, и прочее. И начинали мы многие с уборки туалетов, там и общественных мест, и прочее. Но теперь, слава Богу, многие из нас стали на ноги, и все в порядке. Но тогда было непросто. И вот такая шутка из тех времен еще. Называется «Ошибка на порядок». Но, как вы помните из математики, ошибка на порядок – это ошибка на ноль. Святая встретила земля, готов был все начать с нуля. Иной порядок первых дней, пришлось начать мне с двух нулей. Обращение к евреям СНГ, то есть к вам. Приезжайте к нам скорее, вся страна ваш отчий дом, только климат и евреи переносятся с трудом. Ну, что греха таить, мы считаем, что наша нация самая умная. Я так и согласен, пусть будет так. Но ведь надо же как-то доказать, это же не просто так, мы самые умные. Должно быть какое-то объяснение. И вот послушайте мой вариант, почему мы с вами самые умные. Взять турка, шведа или эскимоса, не видят дальше собственного носа. Гораздо прозорливее еврей, нос у него значительно длиннее. Как ругаются в Израиле? В Израиле есть такое выражение «высокий иврит», ну, по-русски говорят «литературный», такой высокий слог, литературный. А есть так называемый, как мы называем, базарный иврит. Это количество слов, которые освоила Эллочка Щукина в 12 стульях, как вы помните, в золотом зеленке.
Так вот, мы пользуемся вообще в основном базарным ивритом, вот это называется базарный уровень, и в разговоре там между собой и прочее используем вот этот уровень языка. Вот такая шутка, как ругаются в Израиле. Здесь ругань, что не говорите, диапазон имеет узкий. Есть смесь высокого иврита с необычайно низким русским. У меня иногда часто спрашивают, где я беру свои темы для шуток. Я однажды развернул газету, и там была написана такая небольшая заметка о том, что где-то в Европе посыпают мусор блестками, птицы клюют и уносят, и не надо подметать. Меня эта тема заволновала, я написал такую вещь, называется «Блестящее решение». Фурор в Европе настоящий, к работе привлекли ворон. Там свалку делает блестящий, чтоб птицы уносили мусор вон. Они, наверное, не знали, владеем этим способом и мы. Чтоб нечистоты подметали, используем блестящие умы. Национальные особенности наши. Особенностей много у евреев. На букву «Р» картавят. И к тому же, жена еврея говорит быстрее. Ее не успевает слушать муж. Мы поступаем иногда, как пишем, задом наперед. Осталось выяснить, куда мы, Богом избранный народ. Меня иногда приглашают на различные круглые столы, где обсуждаются различные проблемы. Их можно свести к известной формуле, кто виноват и что делать. Вот только сейчас у нас недавно в Израиле опубликован доклад комиссии Винограда об итогах войны в Ливане. Опять-таки определяется, кто виноват и что делать. И вот на очередной стол меня позвали, и я сижу и жду очереди, так сказать, выступления по кругу. И пока сидел, я написал 4 строчки, и когда дошла до меня очередь, я прочитал вместо выступления, я прочитал всего эти 4 строчки. На этом обсуждение закончились. Потому что был смех, поняли, что дальше вообще говорить не о чем. Вот послушайте. Значит, кто виноват и что делать? Народ наш мудростью богат, мы ею поделиться рады. Никто ни в чем не виноват, и делать ничего не надо. Опять-таки вот тема для шутки, казалось бы. Я заболел, прихожу к врачу. Говорю, доктор, что со мной? Он послушал, говорит, у вас вирус. Через месяц та же история. Прихожу, в чем дело? Послушал, у вас опять вирус. И я написал такое вот коротенькое стихотворение. Не торопитесь смеяться, там будет два момента. Называется это «Неожиданный вывод». Вот обратите внимание на вывод. Простуды разные цепляются ко мне, но с возрастом становишься мудрее. И понял я, что вирусов в стране гораздо больше, чем евреев. И в них счастливые озарения, суть сионизма в них и я. Хотя бы с этой точки зрения необходима алия. Я о прошлом своем не жалею. Здесь прекрасно живется, однако одного не прощу Моисею, что не вывел евреев в Монако. Там бы нам несколько спокойнее было. Щетину утром как-то брея, подумал в зеркало смотря, что морду этого еврея через таможни вез не зря. Вспомните его строчки, и вы поймете, что я имел в виду. В Израиль приехал, чтоб строить и месть. В зоопарке Алимовских будем. Отечество хаю, которое есть, поскольку другого
не будет. Ну, вы знаете, история еврея довольно сложная, и в то время Палестину завоевывали и римляне, и варвары, и все, что хотите. И вот по этому поводу я написал так. Могло быть хуже. Мы вышли из египетского плена, страну топтали варваров сандали, вот где-то и потеряны колено, но сохранить сумели гениталии. Ну, многие из вас знают, наверное, значит, суда на покупку квартиры называется у нас Машканта. Это главный наш был вопрос, когда мы приехали, мы не знали, никто не знал из нас, брать Машканту, не брать, деньги громадные, давать надо. Кстати, может быть, кто-нибудь из вас не знает, почему евреи при встрече друг другу желают до 120. Не знаете? Так вот я вам скажу, чтобы до 120 желают для того, чтобы успеть отдать все суды. Так вот, по поводу этой суды, я написал так. Но опять-таки я же не мог остаться в стороне, я должен был что-то посоветовать. И учитывая, что это большие деньги, я написал так. Не нужно здесь квартиры ждать, ее не будет до Мессии. Совет такой, Машканту брать и строить где-нибудь в России. Настройка сионизма. Ну, у нас с вами были раньше стройки коммунизма, естественно. Там я понимаю, что стройки сионизма. На строительство в страны механизмы не нужны. 100 арабов, 2 еврея, и дешевле, и быстрее. Вот я сейчас прочел свое сочетание. Я хочу вам сказать, что еврейский юмор, как вы знаете, он не всегда веселый, он с такой грустью. И вот однажды у меня дома раздался телефонный звонок. Мне звонили из Америки корреспондент самой большой еврейской газеты «Форвардс». И она рассказала мне, что эта газета регулярно проводит опросы по различным вопросам. Они обзванивают 10, как называемых, экспертов в этом вопросе. И потом публикует их мнение. И в данном случае она меня спрашивает, это опрос у них был такой, что такое еврейский юмор. И понимая, что она застала меня врасплох, она мне поясняет. Ну скажите там что-нибудь, что это смех со слезами на глазах и так далее, и так далее. Я говорю, да, но это же все уже давно известно. Избито надо что-то новенькое. И тут меня осенило. И я ей говорю, что с моей точки зрения еврейский юмор сродни рождению алмазов. Вот кто знает, алмазы рождаются под страшным тектоническим давлением масс, которые происходят внутри Земли. И наш еврейский юмор, он рожден вот этим страшным давлением, которое подвергался наш народ на протяжении всей своей истории. И этот юмор позволял нам выжить в труднейшие времена. И когда я получил газету, где меня обзванивали Губермана и других вот таких людей, то выяснилось, что, в общем-то, самое оригинальное определение еврейского юмора – это было вот это. И я к чему это говорю, что я вам сейчас прочту четверостишие, которые, конечно же, не веселые, но это наши с вами еврейские. «Наша награда» называется. Веселимся и пляшем беспечно, хоть печальные глаза, но и пусть. Видно, Богом дана нам навечно, как награда еврейская грусть. Опять-таки, вечный вопрос, который сейчас прозвучит. Что бы ни произошло в мире, этот вопрос всегда звучит. В Перу прошел общественный опрос, а в дебрях Африки нашли пигмеев. Мы сразу задаем себе вопрос, а хорошо ли это для евреев? Новая нация.
национальность здесь, то есть в Израиле, национальность здесь имеет гибрид украинца с евреем и с постным видом на лице мы режем сало на маце. Плюсы и минусы нашей жизни. Здесь радости и жизни, как в море сардин. Есть все, даже русская банька. Имеется минус, но только один в моем отделении банка. Вот следующее четверостишие, с ним была целая занятная история вообще. Дело в том, что в Израиле люди подразделяются на, значит, три категории, если так можно сказать. Те, кто родились в Израиле, это сабры. Те, кто живет давно в Израиле, там лет 10, 15, 20, это ватики. Те, кто приехали, живет давно. И те, кто приехали недавно, это алими. И, значит, а я предложил новое слово, вместо слова ватик, я предложил тем, кто живет 10-15 лет, называть их давнюками. И с моей легкой руки это пошло уже и по радио, и по телевидению. Я там выступал часто по радио, и по телевидению у нас русскоязычное телевидение. И уже давники идут, они знают уже от кого и что, уже там, сколько ты лет в Израиле, там 12, это уже давник. Вот, а первоисточник, откуда это дело пошло, это вот четверостишие, которое я вам прочитаю. Так вот, что с этим было, какой интересный случай. Я выступал в Америке, и вот перед началом концерта подходит ко мне очень пожилой человек, представился и говорит, что он в Америке уже живет 30 с чем-то лет. И не потерял русский язык, поэтому он пришел на мой концерт. Но у него, он извинился, что у него плохой слух, и он сядет в первый ряд, чтобы лучше меня слышать. Ну, я, значит, вежливо с ним поговорил, забыл о нем, он сел в первый ряд, и я так вот выступаю. И когда я прочел вот эти четыре строчки, сейчас я их прочту, значит, слово образование. Меня обидел как-то внук. Он заявил, что я давнюк. Но почему? Такого слова нет. А как сказать, что ты здесь 10 лет? И вот я, значит, это прочитал, и тут черт меня дернул, я ему говорю, кстати, да, я дарю вам это слово, вот у нас это уже применяется, кстати, применяется и в Германии, опять-таки. И вот я дарю вам, вы же тоже давники. Кстати, вот вам я не дарю, потому что вы все давники. Если у нас есть какая-то разница, то у вас нет. Да, и черт меня дернул, я говорю, вот, кстати, вот сидит типичный давнюк. А человек плохо слышит, он, значит, понял это по-своему. Он побагровел, поднялся и на меня. И вот ползала, значит, хохотала, половина ему объясняла, что я имел в виду. Это я опять-таки к чему говорю, что моим словам надо прислушиваться, каждая буква имеет значение. Изучайте Тору. На каждый вопрос там получишь ответ. Все знает премудрая Тора, что если артистки уходят в декрет, то надо менять режиссера. Разговоры с Богом. Мне с Богом хорошо общаться так. Молчит и не перебивает, и не хватается за мой пинжак, и пуговиц не отрывает. Еще одна интересная тема, это дело в том, что в Израиле сейчас находится примерно 1 300 000 русскоговорящих, приехавших из России, русскоговорящих. Из них около 300 000 не евреев. Ну, понятно, смешанные браки и прочее. Значит, где-то 300 000 не евреев. И возникают удивительные коллизии, понимаете, бывают драматические и бывают и комические. Почему? Потому что страна, в общем-то, не была готова. Не то, что их каким-то образом там притесняют и так далее. Нет. Но просто страна своими законами не готова была принять вот эту массу людей, не евреев, будем так говорить. И с
точки зрения еврейской галахи и так далее, там целый ряд вопросов, которые не решены. Но в данном случае я просто почитаю вам такую комическую такую ситуацию, которая иногда возникает. Для того, чтобы было всем понятно, может быть, не все знают несколько слов общеупотребительных у евреев, я вам объясню. Значит, миньян – это когда собираются 10 человек в синагоге, без этого молитва не начинается. Значит, сука – это такой шалаш, который строится на праздник Суккот. И на иврите «Слава Богу» – это Барух Хашем. Слава Богу. Вот и все, собственно, вы все поймете. Итак, вот такая вот ситуация. В суке Иван сидел с Серегой, похмельный мужик из жопы. К ним в гости заглянул Прокопий, принес он для народа опий. Зашел распить Вован, с ним Петя. Он в магазине Петю встретил. Шестым приперся дед Федот с бутылкой водки обормот. Пришел Никита, с ним был Фрол, и принесли с собой рассол. Закуску обеспечил Вася, свиные принеся колбасы. И, уважение имея, позвали Мишку, иудея. Крест сотворив, сказал Иван: «Барух Хашем, теперь миньян». Прочесть все, что угодно, на трех языках сразу. Бывает объявление на трех языках сразу. И вот в моей книге «Здесь вам не тут» есть целая глава, посвященная рекламе и объявлениям. И вот кое-какие мои рекламные материалы я вам сейчас прочту, я надеюсь, что вы поймете. Доска объявлений. Ваше дело без рекламы то же, что дитя без мамы. Перед тем, как начинать, не забудьте вашу мать. Знакомство. Есть много интересных объявлений. Случайно как-то довелось прочесть, что женщина, сварившая пельмени, мужчину ждет, желающего съесть. Или вот такие объявления. Продаем обувь со вторых ног. Делаем обрезание из материала заказчика. Отдамся в хорошие руки. Альтернативная медицина. Мы лечим от порчи из глаза, от старости и псориаза. И новым методом, поверьте, вылечиваем всех от смерти. Реклама общественного туалета. И в жару, и в злую стужу пиво просится наружу. Писать, где попало? Нет, посещайте туалет. Я вот, готовясь к таким выступлениям, я собираю по темам. И вот то, что вы сейчас слышали, это тема, это евреи, Израиль. На эту тему я могу с вами общаться до утра, но я решил сегодня прочитать вам самые разные темы, и поэтому я, с вашего разрешения, сейчас перейду к другим темам. Но прежде я хотел бы спросить, может быть, у кого-то возникли какие-то вопросы, то ради Бога я с удовольствием на них отвечу. Вот я уже вижу, что внизу. К сожалению, не на банкноте, а просто так. Вы пока готовьтесь, что-то спросить от меня. Да. Вопрос, я бы вам сказал, какие у вас отношения с Ахмадией Нижадом, там как-то так. У меня, слава Богу, с ним никаких отношений. Но если этот вопрос поставить несколько шире, то я бы так сказал, какие у нас отношения с арабами. За себя не буду отвечать, вот какие наши отношения с арабами.
Я считаю, что у нас с ними решен только разногласие только в одном вопросе – земельном. Земельный вопрос нас волнует, вот их и нас. Они хотят видеть нас в земле, а мы их. Так что, а в остальном было все полное согласие. Есть еще какие-то вопросы, да? Да, пожалуйста. На иврите я не пишу, потому что я нахожусь где-то в промежуточном состоянии между базарным и высоким ивритом. Я завис где-то в междувоздушном пространстве и с трудом, в общем-то, но на стихи меня не хватает, конечно. Другое дело, что я мечтаю о том, чтобы мои, то, что я пишу, и не только это, вы потом услышите другие вещи, общечеловеческие, так сказать, не только о евреях, были переведены на иврит, но это чрезвычайно трудно, потому что пишу я очень коротко, и юмор – дело трудно переводимое вообще. Это проблема. И кроме того, у нас не привыкли работать бесплатно, а денег платить за перевод у меня нет, к сожалению. А вот спонсор на это дело надо искать в России. А в России бывает. Еще какие-то вопросы есть у вас? Нет, да? Ну хорошо. Значит, я перейду, чтобы как-то так разнообразить наше общение, я перейду резко совершенно к другой теме. Дело в том, что где-то в середине 90-х годов я принял участие в гигантском конкурсе эпиграмм российского телевидения. Если вы помните, Марус сделал такую передачу под знаком зодиака, и был объявлен конкурс. И как мне потом рассказали, участвовало более 300 тысяч эпиграмм. Я ни на что не надеясь, послал свои эпиграммы и оказался победителем этого конкурса. Вот. Какие-то эпиграммы я сейчас вам прочту. Слава Богу, здесь объяснять ничего не надо. Эти люди, которых я пишу, вам хорошо известны. Ну, начнем с Аллы Пугачевой. Поет прекрасно, много лет, работая без лени. Позволю дать один совет. Пора прикрыть колени. Вахтанг Кикабидзе. Я как-то послушал, как он поет песни «Мои евреи», и я понял, что это очень тема ему очень близка. Это не просто он поет песни, а действительно это от души он это поет. И я написал такую эпиграмму. По-моему, положено давно во вход еврейского закона гражданство дать Вахтангу Мимино, а также льготы узника Сиона. Я выступал в Иерусалиме перед узниками Сиона. Узники Сиона, если кто не знает, считались люди, которые были здесь арестованы за их еврейскую деятельность. Потом они уехали в Израиль, вот это называется «Узники Сиона». И вот я выступал перед ними и прочел эту программу, они дружными аплодисментами поддержали идею. Сергею Крылову, помните такого певца с таким вот байхером, как у нас говорят? Он еще и пританцовывал, все это колышется. И вот такая эпиграмма. Ну, наконец, сбылась мечта, мне просто не хватает слов. Я видел танец живота, а исполнял его Крылов. Вячеслава Добрынина. Хоть я живу теперь вдали, душа моя еще болит. Через года, моря и страны ты посыпаешь соль на раны. Азиза. Ну, вы знаете, это секс-бомба российской эстрады была. Когда поет прекрасная Азиза, волнуюсь я от верха и до низа. Зиновий Герту. Вот тут я хочу сказать одну вещь. Дело в том, что несколько лет назад в Израиле вышла книга, называется «Старые знакомые». Это была довольно толстая книжка. Это был сборник эпиграмм Гафта Иванова, Александра Иванова, мои и еще нескольких авторов.
И в Хайфе, в литературном обществе, прошел такой, типа, я не знаю, как назвать это, конкурс, не конкурс, но, в общем, они определяли лучшую эпиграмму этой книги. И вот лучшей эпиграммой этой книги признали мою на Зиновия Герта. Вы знаете этого прекрасного актера и человека, он воевал, хромал. И мне давно хотелось написать на него эпиграмму. У меня есть целый ряд эпиграмм на людей, ушедших от нас. И, конечно же, в этих эпиграммах невозможно там какие-то подколки и насмешки. Это эпиграммы, как я говорю, эпиграммы-памятники, которые остаются на память нам об этих замечательных людях. И вот как мне удалось буквально в двух строчках, в нескольких словах выразить суть Зиновия Герта. Несметная актеров рать стремилась в ногу с ним хромать. Вот такая это нам. Константин Райкин. Играет, пляшет и поет, и даже Райкин, но не тот. Тамарик Верцетели. Опять-таки, это человек для меня святой, я не могу, так сказать, смеяться. Потому что есть люди, которые позволяют, так сказать, дают повод для шуток, а есть, как говорится, святые люди. Вы знаете, что Тамара Герцетели, ее отец грузин, а мать еврейка. Какая сила в хрупком теле, когда поет нам Герцетели. Ей многое дала природа, взяв лучшее от двух народов. Я восхищался
вашу мать, когда играла вашу тетю. Андрею Караулову. Вы знаете, он ведет передачу «Русский век». Неординарный человек, своей привычке следуя, он обсуждает «Русский век», с евреями беседует. Илье Ильфу Евгению Петрову. А кто родители у Бендера Остапа? Ильф и Петров, фактически и папы. Скажу, чтоб завершилась эпиграмма, что всех их родила Одесса мама. Михаилу Жванецкому. Мне удалось, я был у него дома в гостях, и я ему читал, так сказать, лицо, и свое лицо сохранил в неприкосновенности, так что считаю, что вроде удачно. Вы знаете, что он работал, сотрудничал вместе с Аркадием Райкиным, но Райкин его, так сказать, не оценил как надо. Он долго был в тени другого гения, теперь сияет, как луна после затмения. К 70-летию Софи Лорен. Я однажды посмотрел, как она выглядит 70 лет, по телевизору ее показывали, и подумал, что дай Бог нам в эти годы выглядит так. И вот такая эпиграмма. Вредит здоровью водка. Возьмем Софи Лорен. Она еще красотка, а я же старый хрен. Роману Карцеву. С этой эпиграммой у меня связана тоже большая история. Дело в том, что в Израиль приехал и тогда, в то время живые Никулин, Григорий Горин, и Роман Карцев и прочие. Со многими я был знаком раньше, особенно с Григорием Гориным, я был у него в гостях дома. И он попросил меня написать эпиграммы на присутствующих. Там это заседание Белого попугая, вот российско-израильского. И я написал целый ряд эпиграмм, в том числе на Романа Карцева. И ему страшно понравилась эта эпиграмма. Я у него спрашивал Григория, а почему, собственно, эта эпиграмма? Он выбрал эту эпиграмму, чтобы прочесть. Он говорит, потому что вот вчера я видел Раков, это, так сказать, все знают, и на эту тему не шутил только ленивый, но ты нашел, так сказать, новый совсем подход. А эпиграмма такая, Роману Карцеву. Изменчивый фортуны дар не одинаков. Кто видел Ленина, а Карцев видел Раков. Вот, вот видите, есть нашелся человек, который оценил. Юрию Коплачеву. Кошачий цирк его удел. Он в этом деле кошку съел. Вы, кстати, заметите, что многие эпиграммы, которые я вам читаю, они всего две строчки. Об этом у меня сейчас с вами будет потом разговор. Вот сейчас я закончу. Леониду Ярмольнику. Я сначала прочту эпиграмму, которую написал Гафт на Ярмольника, а потом мою ответную эпиграмму. Вы помните, что Леонид Ярмольник делал такие артистические этюды, он изображал чайник, унитаз, цыпленка табака и прочее, и прочее. И вот Гафт мне написал так. «Чего не сделаешь застольник, чтобы овладеть теплом сердец? Был даже чайником Ярмольник, но унитаз – его венец». Это Гафт. Я написал так. Роль унитаза не венец, он больше покорил сердец, прославив имя на века, сыграв цыпленка табака. Игорю Губерману. Сейчас сначала так, Игорю Губерману закончим, а вот Валентину Гафту, опять-таки, коллеги. Спасибо. Сейчас я закончу. Закончу с эпиграммом и отвечу на вопрос. Валентину Гафту. Имеет он всегда успех, поскольку гафтает на всех. Владимиру Вишневскому, опять коллега. Вы знаете, он пишет коротко, в одну строчку. Вопрос поэту из Москвы. Стихи обрезаны.
А вы? Вот, прочту я сейчас эпиграмму на Игоря Губермана. Он у меня рекордсмен, я на него написал, по-моему, штук 6 эпиграмм. Я прочитал только 2, и вы поймете, так сказать, мое отношение к нему. Могу я смело утверждать, не только Петик да Иванов, но может также и Губерманов российская земля рождаться. И вторая эпиграмма. Его читают даже эфиопы, но лишь одно меня тревожит, что он в своих стихах без жопы категорически не может. И, кстати, уже, к слову говоря, мне часто спрашивают, я уже предвижу некоторые вопросы ваши, мне часто спрашивают, как я отношусь к ненормативной лексике. Если сказать в двух словах, то я отношусь к этому плохо. Но я хочу, чтобы вы поняли, прежде чем кого-то ругать или хвалить, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Я с удивлением обнаружил, что даже поэты этого иногда не понимают. Дело в том, что существуют разные жанры поэзии. И, естественно, в любовной лирике никакой ненормативной лексики быть не может. Никогда и нигде. Или там в каких-то других видах поэзии. Но в иронической поэзии это возможно. Но другое дело, что надо знать чувство меры и такта, собственно, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, нужно обладать чувством и такта, и меры. Если это употребляются бранные слова только для рифмы, то это никуда не годится. Если в этом вся суть, соль, как говорится, смешно, интересно, именно там это раскрывает суть того, что вы хотите сказать, когда за этим следует что-то такое глубинное, вот тогда это можно. Опять-таки, где это читать, или по телевизору, или в зале, надо уважать все-таки культуру людей, которые тебя слушают. Поэтому, если вы заметили, у меня практически ничего такого нет. Но все-таки я вам хочу прочесть, как сказать, один пример мой. Я работал долгое время в газете «Новости недели» в Израиле. И когда я приходил в редакцию, то коллеги-журналисты меня окружали и просили прочитать что-нибудь новенькое для вдохновения. Я однажды им прочитал рассказ старого большевика. Не пугайтесь, это всего 4 строчки. И вот редактор, он сейчас на пенсии, он мне говорит: запомни, Григорий, это лучшее, что ты написал за свою жизнь. Вот я вам сейчас прочту лучшее, что я написал за свою жизнь. Рассказ старого большевика. Тащил я с Лениным бревно, шел сзади и вступил в говно, и понял истину такую, за ним нельзя идти вслепую. Понимаете, вот это пример, когда выбросьте, извините за выражение, вот это говно, и все, нету этого. Понимаете? Надо выбирать, или иметь это, и читать, или не иметь. Как обычный вопрос, иметь или не иметь, как говорится в песне. Ну хорошо, значит, с эпиграммой мы закончили. Теперь я перехожу к новой теме, но перед тем, как перейти к новой теме, я постараюсь ответить на несколько вопросов, а потом мы перейдем. Президентом
вот такого союза, но он считает себя президентом, ну и слава богу, я, например, с ним работал бок о бок 10 лет, не являясь членом этого союза, и, так сказать, печатаюсь, продолжая вовсю, и, ну, человек хочет себя называть президентом, но ради бога, он с таким же успехом может назвать себя президентом России, а как таковые работы союза там были, там какие-то контакты, ничего этого нет. Вообще, поэты, юмористы или не юмористы, или вообще творческие, это люди, как вам сказать, кошки, которые ходят сами по себе и которые гадят каждому другому. Не нужно об этом говорить, потому что это совершенно не тема наша. Что бы вы сделали в первую очередь, если бы вас избрали премьер-министром Израиля? Значит, во-первых, попытался бы сделать заначку, потому что зарплата большая, и надо как-то это прятать, понимаете? Сейчас у меня проблем практически нету, а тогда появятся, поэтому тут сложности есть. Вот. Но если говорить серьезно, а не шутя, то я бы сделал вот что. Я, собственно говоря, предлагаю в связи с 60-летием Израиля, который вот-вот наступит в мае, 8 мая, будет 60 лет государства Израиля, 60 лет, это все-таки зрелый возраст, и учитывая заслуги Моисея по выводу евреев из Египта, я предлагаю назвать Израиль Израиль Моисеевич. Как вы поддерживаете эту инициативу? Я так и передал, что вот моя инициатива поддержана Свердловским временем. Я не знаю, что это человек, я вообще не понял вопрос. Сформулирую вот, если было понятно. Ладно, потом. Все. Расскажите, пожалуйста, о литературной выставке во Франции, где почетным представителем были израильтяне. Были ли ваши книги? Я, откровенно говоря, даже и не знаю об этом. Такие литературные вернисажи сплошь и рядом. Мне только что закончилось в Москве. Есть во Франкфурте, значит, в Германии. В самых разных издательствах всем не уследишь. Вот. Я надеюсь, что вот с выходом моей книги, о которой я говорил, в Москве, она будет представлена. Понятно. Есть что-то такое для вас, что вы не можете заменить здесь и тут? Что-то тут без переводчика тут нет. Может быть, автор мне это пояснит? Мне что-то не совсем ясно. Вот. Тут я чувствую какую-то шутку, но не могу понять, что тут здесь и что тут тут. Ваше отношение к творчеству Юза Олешковского? Ну, естественно, какое замечательное отношение. Ну ладно, значит, вот вам приколы сионских мудрецов. Первые две строчки я даю вам для широкого употребления. Каждый, кто будет звонить кому-то и хочет оставить себе приятные воспоминания, надежды и на ответ, может закончить разговор так. От копчика до шеи позвонка я в ожидании вашего звонка. Вы что, хотите второй концерт? Я заплачу на позвонке, да, на силу. Мало того, что он, да, мне нужен гитарист, вот я вам. Если вы... Спасибо большое. Я написал песню
Гаврилова едет в Израиль. Вот эту песню я сейчас попытаюсь найти. Я сейчас попытаюсь найти и вам ее показать. А, вот, ну, прям как специально. Это на мотив песни «Раскинулось море широко». Гаврилу на подвиг подбила жена, сказала, отбросив вязание, поедем в Израиль, такая страна, но надо пройти обрезание. Забавься, достану любой документ, ты станешь евреем в законе, но не оставляй на последний момент, сходи, разузнай другу Моне. Сходи поскорей, не лежи на боку, а я поспрашаю у Розы, видала соседка на бабьем веку немало таких шмаровозов. И Роза сказала, что разницы нет, а Моня заверил как друга, что с Розой в браке 14 лет и очень довольна супруга. Гаврила Иванович пошел в лазарет, на улице очередь билась, на миг увидал ослепительный свет, упал, сердце сильно забилось. Его подобрали, втащили на стол, под вечер вернулось сознание, взглянувши на свой укороченный стол, Моня прошел обрезание. А утром проснулся и слышит чудак, жена обратилась к Гавриле. Я знаю, что режут, но сколько и так, с ума там сошли в Израиле. А может, по пьянке оттяпали так, студенты с опытом малым, врачи все покинули этот бардак, остались одни коновалы.